Заниматься бизнесом в Якутии трудно, но количество предпринимателей все равно растет. Об этом говорили сегодня в Якутске на расширенном заседании Координационного совета по предпринимательству при главе республики. По словам предпринимателей, они сталкиваются со многими проблемами. В первую очередь бизнесмены обеспокоены частыми проверками и нарушениями при их проведении. Но несмотря на все проблемы, количество предпринимателей неизменно увеличивается. Надо думать больше, делать больше, принимать решения больше, конкретизировать больше, тогда какие-то результаты будут. Меня результаты не удовлетворяют, я это постоянно говорю, хотя цифры хорошие, хотя мы котируемся по поддержке предпринимательства на федеральном уровне.